Ну а вы кто? Это не важно. Оставляю вас наедине с верной поклонницей. Пока! Я знаю, что вы всегда помогаете больным детям по всему миру, и я хотела сказать, что считаю вас самым добрым человеком из всех. Правда? Принц Али, вы целы, вы рады, что я тоже цела. Так, на чем мы остановились? Продолжим? Благодарю. Но мне нужно на мероприятие в больнице с мисс Роуз. Бежим, пока меня не нашла сопровождающая. Думаю, вам есть о чем поговорить. Лучше сначала прочитай стихи к песне. Милена для меня как воздух, ты самая красивая. Ух ты, надо же, как красиво. Жалко, что я не услышала, когда ты кричал, точнее, когда пел. Я напугал тебя, да, и ты убежала. Прости, я буду нежнее. Ну, с ним или без? С ним. А может, все же лучше без? Ты в любом случае красавица, мам. Знаешь, не каждый день празднуешь 20-ю годовщину свадьбы. Маринет, подойди, пожалуйста. Ну? Что ну? Ну, усы, я их подстриг. Коротко или совсем сбрить, или неровно с этой стороны. Ты отлично выглядишь, пап, за исключением одного. Ой, спасибо, милая. Не за что, пап. Хорошего дня, хорошего дня! Сегодня прекрасное утро! А, Эдгар, мой любимчик!